Подозреваемый в жестоком двойном убийстве отца и своего приятеля Дмитрий Пономаренко отправлен в СИЗО. Устанавливая данные головореза, выяснилось, что ему 30 лет, он женат и у него 4-летний сын. Работал подозреваемый официантом в Дюк-отеле. Практически он проживал в квартире с отцом. Общаясь с журналистами, мужчина давал путанные пояснения. Это было для того, чтобы меня поддержать, для того, чтобы меня выделить, для того, чтобы меня сделать личностью, а не ведомым. Как я сейчас это о себе понимаю. А почему тогда вы так отреагировали? Ну, почему такой финал? Потому что я подумал, что я могу его оскорбить. Кого? Отца или Бога? Да. Отца? А чем оскорбить? Собой, своим присутствием, своими действиями. Отвечая на вопрос, был ли он под воздействием каких-либо веществ, Пономаренко ответил, цитата, «Я был под влиянием всего вокруг меня». Я сейчас понимаю, что на меня прицелены все взгляды, которые были на меня прицелены тогда же. Тогда же это когда? Тогда же, когда я проходил по своему жизненному пути вообще, по всему. Когда полицейские задержали мужчину, он утверждал, что он Бог и требовал поклонения. На вопрос репортера, понимает ли он сейчас, что он им не является, последовал ответ. Я понял, что все мы об этом помним, вспоминаем и забываем. Вы раскаиваетесь в содеянном? Да, я раскаиваюсь в содеянном. Интересно, что на требование судьи встать, общаясь с представителем Фемиды, мужчина абсолютно никак не реагировал. Теперь ближайшие 2 месяца Дмитрий Пономаренко проведет в СИЗО, пока ведется следствие. В случае необходимости срок под стражей продлят.